Вес. Всем привет, с вами Додо Влог. И меня зовут Владислав Завгородний. И мы сейчас идем на съемки самой сильной молнии, когда я гулял с собаками. Молния сильная. Потому что идет гроза. Вон меня, конечно, сейчас не видно. Потому что здесь темно. Вот. И мы идем. Я не знаю, вдруг эта молния уже ушла. Потому что у меня там не было буквально 5 минут. А она уже шла. Что ж, я включаю заднюю камеру, чтобы не упустить важного момента. Вот только что молния была. Как раз когда я переключал камеру. Я включу режим полета. На всякий случай. Здесь фонарь. Я иду вот в темноту. Чтобы нам снять все это. Это не единственное видео, которое я сегодня выложу. Сегодня выйдет еще одно видео, какое вы узнаете в следующем видео. Ну или не в следующем, но узнаете, в общем. Вот, видели? И гроза уже гремит. Да, гроза гремит. Я не знаю, как вам видно. Но я уверен, что видно. Я не знаю, во сколько минут вместится это видео. Потому что я хочу его снять длиной хотя бы 10 минут. Но я сейчас сниму уже 1 минуту и 47 секунд. Видите, мигает огонек. Это вышка. Блин, она мигает. Молния эта сверкает. Но я не могу ее поймать с нужного ракурса. Она то сверкнет здесь, вот, то вот здесь, то вообще вон там. Иногда она сверкает вообще вон там, вот где еще огонек мигает, она вот там. Вот сверкает. Поехали машины. Когда я здесь был, здесь снимали еще две девочки. Ну, лет так 15-14. Вот. И потом вышел я поснимать. Плохо только одно, что я не успел снять шаровую молнию. Здесь была шаровая молния, и она была очень яркая, но я не успел ее снять. Шаровую. Потому что у меня не было телефона с собой. Ну, что ж. Вот там, наверное, она будет сильнее. Просто здесь не такие сильные облака.
как вот там, где вот знак Рогачева. Вот видите знак Рогачева? Вот там на небе она может быть больше. Не знаю, видно ли вам было или нет. Просто приближенная съемка у меня сейчас идет. Ой, гремит. Блин, почему как? Не вовремя она. Бывает. Я слышу, как вышка шумит. Блин. Вот она то вот, где вот машина светится, то вот, где знак Рогачёва светится, то вообще, где вышка мигает. То вообще вон там. Вон. Гремит. В общем, половину минуты занимает обычная тень. О, вообще была молния. Давайте подойдем поближе к знаку Рогачева. Вот, ну, не к самому знаку, а вот где-нибудь здесь вот будем стоять. Вот еще машина едет. Вот тут. Здесь побольше открытое место. Вот там просто деревья. Там кто-то идет. И давайте с вами привет. Нормально. Ага. Молнию снимаю. Зачем? Просто так, чтобы потом в YouTube выложить. Пока. Фанатки. Фанатки. Видео уже идет 7 минут. Вот что я не люблю в этой грозе, что приходится очень долго ждать молнию. Ну, сверкнуло. Еще раз. Я как отворачиваюсь, она сверкает. Восемь минут уже идет видео. У вас, наверное, он не 8, а где-то... Вот у меня сейчас 8:10, у вас, наверное, 8:12. Я вот слышу, как она гремит. Я в это видео не вставлю никакую песню. Если только в начале, может, там будет песня, ну, отрывочек из песни Вислова. Вот. А потом это будет уже без этих всяких, без музыки. Вот что было молния.
В общем, или, похоже, вместится не в 9 минут, ой, не в 10, а в 15. Это будет самое длинное видео. Ну, не самое длинное, у меня были видео уже 15 минут. Вот вчерашний пранк, например. Не разговариваю. Кстати, обязательно переходите на мой канал и посмотрите этот пранк над бабушкой, не разговариваю с ней. Кстати, я рад, что мы с вами набрали 60 подписчиков. Это не такая покровительная цифра, но все равно спасибо вам, что нас с вами 60 подписчиков. Главное не попасть на глаза полиции. Потому что вон там, видите вот эти синие фары? Погасли синие фары. Вот там синие фары были, вот где магазины. Там это, полиция встала. Кто-то идет. Кто-то приходит, кто-то уходит. Я одиночка, сам друзья подводит. Тебя люблю, но я не твоя масть. Вот оно, мое гребанное счастье. Что-то вспомнил песню Егора Шида. Машины ездят, гроза гремит, и молния сверкает. Возможно, я, может быть, даже выложу видео в двух частях, а может, в трех. Кстати, на моем канале скоро будет 600 видео. Осталось недолго. До 600 видео. На 600 видео, когда будет 600 видео и хотя бы 60 подписчиков, я сниму какое-нибудь классное видео. Молния сверкает. Там на заднем плане кто-то идет. Вот там кто-то идет. Только я не знаю. Даже не знаю кто. Мужик какой-то там идет. Это молния была. Слышите шаги? Маньяк, наверное, идет. Это маньяк идет. Это ты? А я смотрю, вроде мужик какой-то идет. Думал, маньяк. Издалека ты толще кажешься. Издалека ты толще кажешься. А с тобой щена, что ли? Я видео снимаю. Ну я вот принесла веревочку. Сейчас Куральшову под дождем, потом удушим ее. Это все шутки. Не воспринимайте это всерьез. YouTube не блокирует это видео.